That was really great. Воспоминания о том, некогда Виктор Филиппович был молодой, и юный, и только что изготовили вот эту мясистку. Комедии Большого дома. Три эпизода. Полюстровский, 14. Мы тут в комедии Большого дома. Театр сатиры. Но наши не удержались, и Виктор Филиппович, темно, наверное. Ну что делаешь? Специально не освещали, уж как мог. В чем я хитрил, я включал скорость поменьше и пленку максимальной чувствительности, чтобы хоть что-то получилось. Но вот из зрительного зала. Вот и фрагменты с комсомольской конференции, что как-то раз осветить. Это был монтаж. Это приходилось резать, вставлять. Комсомольская конференция неизвестных лет. Это там можно догадаться. Там Иванов стоял со знаменем. Это который Иванов? А вот который был. А, Сергей Ильич? Да. Я его не узнал. Понял, да? Угу. Идут разборки и комедии Большого дома. Вот видите, здесь же светлее. Поехали в Таллин-Ригу, совсем молодые, Масленников. Я вот чем гордился, что вот Рига, узнаешь? Да. Вот, я горд и доволен, что в этом коллективе только студентов наших комсомольцев преподаватель был только один. Да. Валерий Николаевич Сезеров. Ну вот это рижский... Это может из-за границы видели уже? Да. Но вот это было странно. Целый купейный вагон от ЛМЗ был отдан комсомольской организации заводов ТУЗа. И общение с ребятами вот в этих купе, в неформальной обстановке, с мальчишками причем, очень-очень меня обогатило. Представляешь, он на военной кафедре какой-то зажатый. А тот, оказывается, нормальный парень, нормальный. Играет на гитаре, поет хорошие песни, тогда пели что-то такое. А кто тает, это? Не помню. Тает желтый воск, свечи, стынет чай в стакане, вот что такое, сад по Пушкина. Причем, как интересно, это Таллин-Рига. Нас туда привезли день в Риге, потом ночью везут, мы спим, приезжаем в Таллин. Сейчас были в Риге. Вот утро на подъезде к Таллину. Коля Алёхов и еще там делают зарядку. Ну, как всегда, дурачатся, как же артисты. Комсомольская организация, среди комсомольцев был и господин Иванов, такой активный комсомолец. Вот это уже забыл, такой здоровый, такой парень. Вот уже в другом государстве, Виктор Филиппович тут же, молодой Женя Марков. Достопримечательности за границей. Это вот такая, можно сказать, хитрый прием. Это у окошка стоит Соня Крулинская. То же самое, вот это ее шуба, Виктор Филиппович. Кадр на карте, кадре. Все можно.
того времени, да? Да, и можно сказать, что вот, вот эти кадры, это воспоминания о поездке в Ригу и в Таллин. Ну, кстати, вот в этом хоре у них и звучит обычная эстрадная музыка. И, конечно же, главный комсорг Масленников, да, на улице Лай. Александр Масленников. Церковь да, вот что я говорил, в этом храме идет эстрадная музыка. Потому что католики, лютеране считают, что вот это важно. Форма как содержать. Да, совершенно верно, я тоже считаю. Вот Таллин Ленинград, Золотой вкус. Золотой второй учебный корпус, да? Да. Опять же, воспоминания о Таллине, да, в то же время это воспоминание было, когда занимались строевой подготовкой на плацу во дворе второго корпуса. Да, да, да. Главное, лица не совсем различимы. Лица не совсем различимы, к сожалению. А, так им не важно. Вот сейчас будут лица, нет, скоро, да, вот это для театра было. Крупнее, да. Они говорят, куда же. Ну, транслокатор уже ближе не мог взять, это... Понятно, да. Это же воспоминания театра о поездке в Таллин и Ригу. А это... Они выступали там где-то, да? Ну, выступали... Ну, вот в данном случае спектакль на Руставели, в общежитии там... Наверное, там это зал. А, это в аэропорту. А, полет в Москву. Я на самолете, и театр был приглашен в Москву. Завод ВТУЗ при ЗИЛе. А мы завод ВТУЗ при ЛНЗ. Причем комсомольские организации. Так, это я уже от аэропорта еду до гостиницы, а в гостиницу утром, это в Москве, общежитие завода ВТУЗа ЗИЛа, который пригласил театр завода ВТУЗа при ЛНЗ. Дружная бригада со своей актерской программой. Ну и вот преподаватель Владимир Кайзерев в качестве кинооператора, да. А причем нас возили и в Загорск, и на Ленинские горы. Здесь была не только программа спектаклей нашего театра, но и культурная программа. Вот на Ленинские горы нас свозили. Но это был фрагмент, чтобы покрасивее было, цветная вставочка, поездка того же театра с цветом. Цветной был проезд в разлив, где шалаш. Но искусство кино позволяет вот так вот сочетать, как будто это Коля Алехов. Сам берет. Да. А и он снится ему вот что-то. Кстати, это Венера Калигидийская. А ей снится Палбас, например. Как ее кто-то обнимает. Кстати, Павловский, это Венера Калигидийская, значит, прекрасно задает. Вот приехали в Загорск. Увы, жаль, что не цветное, но хотя бы такое. Это во время пребывания с театра завода ВТУЗа в Загорск. Ну или Троица Сергиева. Или Петр Великий, когда спасался. Я был там, да. В Загорске был. Как монастырь-то задуман? Идешь, тяжело, и вдруг лепота. В
за стенами открывается монастырский комплекс с храмами. Вот тут опять Сонечка Крупицкая бежит, Боря Герман. Ну, актеры как же не могут без столовой. Говорит, ну, артисты, наше место в буфете. Да, правильно. Да. Гололед. Ну, вид монастыря, Господи, далеко. Шакуров, между прочим. Вот после столовой. А артисты, да. Ну как же, артист, он разве, да. Разве может просто так быть? Да, да, обязательно да. Надо сыграть, обыграть, да. Ну как же. Особенно да. Если видят, что его снимают. Да. Скользяй падает. Это танец мальчик в людей, если я правильно понимаю. Шахуров талантливый актер был. Ну, каким он производством сейчас заведует, мне неизвестно. И как заведует. И как, да. Молодец, тоже да, еще, да. Сюда автобус подтолкнул. Да. Шакуров, просто горница. Ну, конечно, кто-то что-то вспоминает. Поэтому для актеров не лишне показать, что он где-то он тут шагает. Да, это на город уже, да? Да, молодец. Ну, едут в автобусе и вспоминают. И вспоминают, да? И вспоминают. Приятные мгновения. Да, кто лагерные сборы, кто... Мне казалось, что обычно на сборах вспоминают вот об этом, наверное. Может быть и так. Тут же есть режиссер. Мне на сборах вспоминалась ванна теплая. Ну да. Там, а кому-то вот женщина такая. А кому-то да. Да. Каждому свое. Ну, конечно, узнаете, это источник. Да. Да. Петербургский. Это московский товарищ, представитель московской организации завода «Туза», развлекает нас бардовской песней. Ну и дома уже высокие. Это дома, это вот олимпийская деревня. А, поэтому они высокие. Поэтому они да. Сделаны, ну, чтобы показать. Вот солидно, нам да. Показывали олимпийскую деревню, привезли на Ленинские горы. Угу. Ленинские горы, видно Лужники, на Москва-реку. Да. Ну и тут, конечно, наши артисты тоже не могли не подурачиться. Угу. Тут вот такой наш комсомольский босс Лысанов. Ну, узнаете университет на Ленинских горах, вот этих да, Руднев. Да, да, да. Ну и спуск, это те самые Воробьевы горы, где Герцен и Огарев клялись в верности и дружбе любви. Это чуть-чуть дальше туда, вперед, влево, там же студия «Мосфильм» находится. Ну, мы на самой верхушке Воробьевых или Ленинских гор. Конечно, можно понять, что это делалось не совсем на трезвую голову, но тем не менее... Не знаю, кто знает. У молодежи энергии много, поэтому... А, да, даже и на трезвую могут. Да, и на трезвую могут, да. Лысанова, который съехал, вытащили. Ну, а теперь, конечно, мы опять в родном Петербурге. Да. Вот я недавно в Доме ученых снимал. Ага. Там вот набережные. И тоже поехали, но сейчас поехали мы в разлив. Коля говорит, никакого, никакого спиртного. Такая была премиальная поездка. Шалаш Владимировича Ульянова по кличке Ленин.
Это Сестрорецкий разъезд, не путать с Лапкинским. Как говорит Клара Новикова, что хорошего можно было написать для государства в шалаше. Вот этот шалаш, который из конца горел. Значит, шалаш музей, музей сарай. Да. Каменный шалаш. Да. Что это вы там объясняете? А это я рассказываю, когда вождь мирового пролетариата от ищей временного правительства укрылся. И, кстати, он был там не один, а там с ним был Зиновьев. Но это в туалет они зашли на них. И Коля Алёха учится управлять этим автобусом. Несется. Да. На полной скорости. Видишь, значит, чувствуешь, ты несется. Да, чувствуешь. Да. Кадр за рулем, и дальше дорога. Несется. Ну, вот такой молодой. Да, Ну, еще один из спектаклей. Он, к сожалению, плохо виден, но здесь будет подсветочка в коридоре. Что это с велосипедом? Ну это тоже вон свадьба на всю Европу. Два кольца. Два конца. Вот у него Рудик Улит, он, значит, наклонился и застрял. И его стали. Вот он. Ну, в коридоре будет коротенький светлый кусочек, а это гримерная. Вот этот светлый такой кусочек, когда гости приходят, встречают этот коридор первого корпуса. Как будто зрители приходят. Здравствуйте, здрасте, здрасте. Кстати, доска почета, вы видите? Да. Это вот девочка Дружинина, жена Дружинина, нашего студента. Это Вейсман Марина. И завершают кадры из комсомольской конференции. Вот, в Тузле, в инженерном корпусе, уже ЛМЗ, в инженерном корпусе. Там секретарь парткома Туза. Вот это следующий сюжет, который на этом заканчивается. Да. Сейчас. Назад. Короче, по заказу телевидения. Но это тот же самый кусочек. Причем, когда Камнев был посвящение в студенты. Да. От самого начала. Известная, это тоже история. Вот он получает символически ключ от Туза молодому студенту. Какие тут слова нужны? Все ясно, да? Посвящение в студенты. Вот заголовочек. Из разных лет. Это где-то 75-й, наверное, год. Первые советские турбины. Вот шестая конференция, вот там Иванов, видел, да? Нет, не видел, у меня только, я почему-то не знаю. Маталина. Маталина вижу, да. Кражин. Так и я где-то не знаю. Доклад на комсомольской конференции делает, соответственно, Масленников. Да. Он рассказывает о достижениях, об успехах. Вон Иванов, он там со спиной, видел, стоит? Нет, не видел, но я потом посмотрю все. Да. Надо же всматриваться. Наталин говорит о том, что такое наше студенчество. Да. Вот это секретарь. Да, вот я с ней ездил, я, да. Легков. Вот они же тогда. Ну и о чем вы, девочки, так сказать, не знаете. Вот такая. Спешат на военной кафедре. Да. Это Шишикин, так, инициатор. Да, помню. Вот этих кадров. Завод ТУЗ. Во втором корпусе находится военная кафедра, на самом пятом этаже. Вид с пятого этажа вот такой.
там был вид сверху. Да, да, да. А вот теперь посмотрите, вблизи, крупно. Пока не было вот этого гаража теплого, во дворе музыкального училища ходили к первому корпусу, одев телогрейки. Да. Выглядела это вот та самая группа, в которой Филимонов учился. Я был, так сказать, старшим куратором, офицером. Вот, да. Это майор Гара, да. Преподаватель тактики. Да, Сергеенко. Иван Кирилл Сергеенко, который скончался в этом году, в 96-м. А это другой у нас. Это да. Это вот он, что он Савинков, подполковник. Спит и видит, что да, спит. Да, 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 Савинков. Так, и от кошмаров он проснулся. Да, как дома ты видел. Да. Ну, вот это тоже воспоминания. Ну, это, кстати, где-то там в Прибалтике, Италии, в Риге, в Риге. Да. Ну, и сборы в лагерь, в Ромашки. Начальник кафедры, полковник Ступин. Он приезжал провожать.